эпиграф из Евангелия от Луки. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Не бойся, малое стадо, пусть лучших всегда меньшинство, но им дрожать не пристало. Страх лишь для зверей естество. Расстрел за свободу — венец, который заслужит не каждый. Героя смерть не конец. Герои рождаются дважды. Один раз, как все, обычно. Другой, когда в сердце влетит свинец, а смерть идентична, правдивость всех слов подтвердит. Усилит в тысячи раз звучание, силу, значение и мыслей, и дел, и фраз. Путь в рай он против течения. Плывя же привычно вниз, стекаешь в сток адской серы. Не надо, как все, вернись. Там все одинаково серы. Не бойся быть в меньшинстве. Остаток малый, не трусь, не смейся на их торжестве. Они не отчизна, не Русь, они не твоя страна. Пусть дразнят пятой колонной, свобода для них странна. Но ты борись неуклонно. Не бойся, что упадешь. Не бойся пуль подлецов. Их больше, их толпы. Так что ж, а с нами такой, как Немцов. Все как на ладони, но пятую неделю долбят допрос. Следователь хмурит с утра на валидоле, как пророк подследственный бородой оброс. А Мадон шла по Иудее, оскользалась на размокшей глине, обдирая платье терновник. Шла она и думала о сыне, и о смерти гости сынок. Шла платок на голову набрось, всех земных страданий средоточь. И уныл, брел за ней Иосиф, убежавший славы Божьей отчи. Аве Мария. Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься в башкою клевету. А следователь хмурит получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду. А Мадонна шла по Иудее в платьице застиранном до сини. Шла она с котомкой за плечами, с каждым шагом становясь красивой, с каждым вздохом делаясь печаль. Ах, как мыли ноги Мадон, как хотелось схлипнуть по ребячьи, а во след ей ражей дал дом, отпускали шутки жеребячьи. Аве Мария. Грянули впоследствии всякие кренации, а следователь хмурит на пенсии в Москве, а справочку с печатью о реабилитации выдали, выслали в Калинин пророковой вдове. А потом шла по Иудее. И все легче, тоньше, все худее, с каждым шагом становилось тело. А вокруг шумела Иудея, и о мертвых помнить не хотел. Наложились тени на зубли, и таились тени в каждой пяти. Тени всех бутырок и треблинок, всех измен, предательств и распятий. Аве Мария.
Эпиграф. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Книга Бытия. Если можно убить Немцова, значит, можно убить страну. И убийца со взглядом свинцовым смерть сулит еще не одну, и всего лишь 4 пули, чтобы вышвырнуть вон тысячи из страны, где в колодки обули, не свободой успели высечь их. Кто остался, закрыли рты, не хотят ни кричать, ни есть. Пусть сжигают тонны еды, пусть сажают сотни, прочесть им бы снова детский букварь. Не рабы мы, рабы не мы, не поймут, что их вождь главарь, и ума им не дашь взаймы. Что же делать? Бежать? От совести? Он бесстрашными смотрит глазами, и о трусах не пишут повести. Нет уж, пусть уезжают сами, так Борис говорил. Пахана пусть захватят с собой дружки его. Отдадим мы страну хана. Его танки дойдут до Киева, а потом пройдут по Москве. Но страшнее, чем тогда пучистый, что еще у него в голове? Что таит дзюдоист плечистый? Что гадать? Мы вовсе не бредим, ставя смерть Бориса в вину всем. Поэтому мы не уедем. Бог помилуй нашу страну.